Всем доброе утро или там день, не знаю. Я пишу то утром. Мы продолжаем трэш на этом аккаунте балдежника. И у нас открытие плюх, как я говорил, и прокачка некоторых героев. Посмотрим аккаунт. Плюс небольшой подгончик. В общем, поехали. Что там у него есть по героям? Сейчас я вам покажу. Вот нам не хватает Минотаврика, Малыша Ника, Скиталец, Откладный Призрак, Бард, Оккультист, Дуэлянт, Трифид, Зефир, Леди Лео, Мэри, Ла Дракула и Роза. Я ему решил сегодня есть пак, по-братски сделать подгончик. Так, все мы не смогли забрать. Вот так вот. Так, все плюхи не смогли, потому что надо некоторых героев перекачать. Сейчас посмотрим его героев еще. Будем разбираться с аккаунтом. Так, вот это его новые имбушки. Мы сразу их начнем. Потом сделаем им эволюцию. И их надо будет пароль этим созвездия. Так, я не знаю, что там и как. Миша, есть, есть. Афинку надо тоже. Надо подкачаться. Так, я сюда солью этих, чтобы у нас место было. Ну, синих, зеленых героев. Нафиг не нужно, по сути. Можно и так потом за ковяшки купить. Так, и вот вторая порция плюх. Бум. Подогнал я ему еще одну. Одну нужную героиню. Так, есть. Отлично. С этим мы разобрались. Так, поехали войти. Смотрим алтарь. Идем открывать. Нет, давайте сначала... Нет, давайте посмотрим алтарь, потом подкрываем с бастом. Но на десятку качать однозначно нет. Снаряга хранитель леса. Ну, на его силе, в принципе, ее будет хватать. Так, священный огненка десятка. Неплохо. ССка, правильно. Утикаха, ускорялка. Римочка. Тоже, в принципе, неплохо. Землеройка с огненкой получше было бы. Так, отлично, такой же у меня. Оронька. И домогание надо поменять. Бигфут. На Оронку надо обряд лечения. Тоже чарку надо менять на СС-ку. Здесь либо на домах, либо на деф собирать. Но выживание и бог войны на нем не актуален. То тут что тут? Так, Бубич хорош. Йод. Так, ну это такое. Здесь ИСО. Огненку можно ставить. Тыковка. Суперсилу надо. Рон с бастом, ну такое себе, ремка, либо со стойкостью. Эй, баст, в принципе, тоже хороший вариант. Для подземок его хватит. Стрелок надо пиромага, либо ассасина, и не каменку, а огненку. Это надо перекачивать. Дрейк хорош. Так, ну тут у нас уже пошли непрокачанные герои. Командори оживу бессмысленно качать, ее надо на урон собирать на подземке. Атлантик, топчик. Купидона надо однозначно римочного делать, перстом нафиг не нужен. Череп нормально, здесь надо либо раскол, либо этот талант плюс. Так, огненка, ну, в нем огненка нафиг, ПДшку надо ставить. Одержимый, без разницы, он не особо актуален. Здесь либо баст, либо римка, либо огненка. Это пойдет, если нет раскола. Баст нормально, нормально, здесь огненку. Без разницы, без разницы, и все, пошли минус допа. Вот укротитель есть, вот этого укротителя лучше качать. Ну, пока на сегодня, по крайней мере, герои с расколом намного лучше. Так, ну а дальше у нас пошел уже трэш. Герои, которых мы выбили. Нифига себе, смотрите, какой подгон, сразу же с огненкой упало. Офигеть. Так, ладно, поехали, открываем плюхи. Плюх у нас действительно дофигища. И разных причем. Так, давайте начнем
Давайте начнем с сундуков. 15 слизней, 20 слизней, это круто, плюс грубая сила, плюс синие для прокачки, неплохо. И сколько исцеления, железка есть, 6 карт, нифига себе, карточек плюс 2, отлично. Что нам там по карточкам надо, еще сейчас посмотрим, может кого-то еще выловим интересного. Так, это насмотр, плюс слизни. Вот чем радуют сундуки, то что здесь дофига золотых слизней. Так, два талантика есть, эмблемки, это тоже хорошо. Нифига себе, сколько у нас тут плюх. Мы тут жируем прям. Так, ремочка, отлично, воодушка есть. Тоже довольно-таки неплохо. Сундук лабиринта. О, кстати, давайте сундуки лабиринта пооткрываем. Интересно, что с сундуками лабиринта, будет ли Окни хоть один. Заклинательница. Да, шансы, конечно, на Огника просто печально, я бы сказал. Ну, вот это самое топовое, что на сегодня есть, это пятые, с них куча коробок, куча книг, плюс рунки, плюс камешки на прорыв. Это однозначно самое ценное. Такс. Скины на здание. Это тоже хорошие сумки. На зефирку скин собрали 45 почти, но на этого, на стрелка собрали. Так, Дрогу. Обушку мы уже так вытащили, ну почти скин собрали. Отлично. Королева Ос, мы ее вытащили. Ну, сумки. У него были сумки розы. Я провтыкал. Это просто эпик фейл, ребята. Ну, блин. Я все-таки хотел от души это сделать. Открываем твои. 195. Вот так вот. Хрен бы мы собрали. Вот это жесть. Это реально жестко. Видите, то чувство, когда чуйка не подвела. 195-200. Офигеть. Так, ну скины на героев я пока трогать не буду, потому что мы засрем весь склад. Восьмые эмблемки, отлично. Вот на таком аккаунте можно уже нормально, спокойно играть. Смотрите, сколько психощитов. Я офигею. Просто жесть. Так, поехали, открываем плюхи. Дальше, медузка повторочка есть, мы ее уже вытащили. Ронин Рино. Есть ПБшечка. Вот так вот, отлично. Так, нам нужен еще Влад Дракула, кстати. Как бы это смешно не было. Может, он у нас есть уже где-то? И нету. Ну, я вам скажу, реально круто. И еще это, ребятушки, не все. Так, я это попродаю. Вот это вот нафиг оно не надо ему. У него эмблемы и так есть. Крафтить их, ну, бессмысленно на сегодня. Это все, по сути, лучше продавать на синие кристаллы. Ну, оно... Хрень. Реально, все эмблемы у него уже и так нормальные есть. Поехали, собираем еще кладного призрака. У него, кстати, его тоже нету. Вот теперь у него, я вам скажу, довольно-таки нормальный комплектованный аккаунт. Обмен 228. Неплохо. Очень даже неплохо. Так, что там у нас не хватает по героям? Смотрите, 81.99. Влад Дракула.
Negros среди Лео. Лео рыцарь. Каких-то остальные малышник еще из Китайлец. Так, давайте пробуем. Нифига. Так, нифига. А рыцарь? Это же рыцарь или нет? Я в шоке. Это жестко. Ну, на каждом аккаунте что-то бывает не так. Ну вот, наконец-то рыцарь у нас есть. Это жестко. Самые нужные герои. Влад Дракула его нет. Писец какой-то. Такс. Вот, смотрите, лям кулаков. Ну, чё неплохо? Неплохо, я считаю. Плюс лям кулаков. Офигеть. Просто офигеть. Такс, отлично. С этим разобрались. Поехали дальше. По плюхам, я считаю, мы реально дофигища крутых плюх получили. Так, теперь поехали. Самое интересное, это нам надо сделать прокачечку некоторых героев. Ну, с Розой, конечно, весело получилось. Ну, с талантами, я думаю, он разберется, сам посмотрит. Потому что сейчас их убивать, ролить, это у нас займет дохренище времени. Покачать ему жилу. Так. Ну, реально у него дофига просто новых героев. Так, Афинка, Космо. Афинку им покинем. Ох, войны. 217 коробок, ожог. Ой, чуть не поменял, куда. Сделаем как Орлёва. И напишем сейчас в ТП, а он не работает. Срочно мне меняйте, верните коробки. Так, бог войны. Само уничтожение. Ну, я не буду ролить это, он даже сам посмотрит. Думаю, ничего сложного нет, по каждому герою глянуть, чекнуть обзорчик. Сколько мы разных героев сюда повытаскивали, офигеть. Истинная вера, ну, тут вариант я показывал какой. Барда у него нет. Каких у него вариант, как бы можно кому поставить, это поставить Фрей. Стойкость поставить. Эмблемы у него все равно нет. Но как вариант на битву Дилли она будет очень хороша. Если стойкость поставить, либо что-то на ХП. Но это надо будет переделывать все. Я пока поставил так, с тех героев, которые есть у него. Оккультиста нет, Барда нету. На Ронина, в принципе, тоже, я думаю, пока бессмысленно у него. Пока не прокачает. Такс, ну что, поехали. За ролем еще созвездия. Сделаем сначала эволюцию. Надо книги вот эти вот убирать, они нафиг не нужны. Думаю, в первую очередь сейчас паролим созвездие. Неплохо. Неплохой наборчик. Созвездие паролим на Огнике. Потому что космо, а вот Огника надо более-менее нормального сделать.
С книгами у него проблем, по сути, нет. И с кулаками уже тоже не должно быть. Атака, крит урон, ну конечно такое себе, но сейчас на этих героев слить, я думаю, это будет жестко. Все слить. Ну его надо собрать нам на уклонение по возможности, но я просто представляю, как сейчас будет сложно вытащить на русском. Нифига себе. Удивляет. Ну, хотя бы по минимуму 4 уклонения надо собрать. 5, конечно, было бы очень эпично. Попробуем. Не буду ограничиваться четверкой пока. Нифига себе. Да ладно. Надо срочно возвращаться на русский сервер. А таким темпом и до космо доберемся. Офигеть. Блин, ну я пока оставлю так. Не знаю, не хочу перероливать. Крит удар и атака, в принципе. Пусть будет пока так. Потому что мы можем слить полностью все самые, в итоге ни хрена не прокачаем. Такс, поехали. Будем делать второго героя, которого он попросил. Ну, огнику, либо недомогание, либо обряд лечения, либо ССку. Такие варианты. Он уже чары сам выловит, думаю. Поехали, космо. Сделаю. Одну, в принципе, так и оставим. Опять истинная вера. Ну, это, наверное, на Ронина сейчас кинем. Как вариант вторым талантом. Блин, у него тут вальс, но вальс это ни о чем. Пока вот такой вот вариант лучше будет, чтобы он никуда. Две истинных веры, это реально, ребят, это нам очень повезло сейчас. Так, еще баст на фубушку закинь ко времени. Универсальный талант, в принципе, почему бы и нет. Такс, поехали. Дожились. Так. Космо. Где-то наш космо. Так, эволюция у нас есть. Заходим в снарягу. Как классно, когда у тебя неограниченное. Ну, как неограниченное, ограниченное, конечно, но нету. По потребности в ресурсах, как и без доната. Ты себе заходишь, делаешь, что тебе надо, и не паришься. Атака, крит, сопротивление. Ну, пока оставим. Давайте созвездие нашаманим. Так, жизнь. Ну, конечно, лучше всего ему либо на дамаг его собирать. Но уклонение тоже неплохо было бы.
Блин, жизнь. Нет, все-таки хочу на уклон, потому что ему как без доната с уклонением он более полезный будет. Да я, допустим, у себя его чисто точу под архидемона, например. Но он под архи нафиг не нужен сейчас. С уроном. Уклонения радуют. Блин, офигеть. Вот это я рад. Что так вот классно уклон сейчас сыпет. Давай, рандомчик. Нам надо еще немножко. Хочется четверки оставлять, ставить при том, что есть 4 слота, но четверка, как по мне, бессмысленно. Конечно, можно проиграть то, что мы вот сольем сейчас сам, и нифига толком не наролим. Но ставить четверку и дальше ее кольцевать и ролить дальше, ну, бессмысленно, как по мне. В принципе, одно созвездие 7-8 даст больше. Блин, ну давайте уже. Жизнь атака, ладно. Давайте за 450. Итак, в принципе, я считаю, мы справились сегодня. Еще раз 450. Ну так себе. Так себе, ну, как обычно на русском сервере, в принципе. Ну что, поздравляю, я надеюсь, прокачка аккаунта удалась. Дофигище просто бомбических героев. Ну, понятно, там дальше по мелочи осталось. Ну, для игры, я считаю, конечно, оккультиста не хватает. Но так, герои очень-очень даже ничего. Еще и Зефира со временем. Сейчас посмотрим, что у него по осколкам. Стоп, Лиди Лео. Понял. Жесть. Это просто капец. Может, тут еще кто-то есть. Ладно, и 28 осталось. Круто. Я считаю, очень круто. Вот Зефира у него 30. Но Зефира надо еще подсобирать. В общем, вот так вот, ребятушки. Как видите, бывают крутые дни на прокачках. Я считаю, нам сегодня реально очень много повезло в чем. Пишите комменты, ставьте лайки. Порадуйтесь за пацана 83-99. Всем удачи, всем пока.